Успех одного отважного человека всегда побуждает к рвению и мужеству целое поколение. Анаре де Бальзак. Хранитель, защитник. Именно такие значения в древности имело слово «герой». Со временем к нему прибавились множество других смыслов. В минувшем 20 веке было принято считать героями в первую очередь тех, кто погиб в бою. К сожалению, и в наше, казалось бы, мирное время есть место подобным подвигам. Однако вряд ли правильно связывать понятие «героизм» исключительно с войной. Герой нашего времени – это человек не только с неиссякаемыми силами и острым умом, знающим, где и как применять свои знания, а человек с твердым нравственным стержнем, готовым на благородные дела. Работа многих людей сегодня связана с риском. Их принято называть людьми героической профессии. Важнейшие характеристики таких профессионалов – это стрессоустойчивость и жизнестойкость. И современное понимание героизма предполагает скорее не один конкретный поступок, а общую линию поведения. И прежде всего, это, безусловно, относится к современным полицейским. И те, которые совершили геройский и разовый поступок, и отмечены или не отмечены, они заслуживают глубочайшего уважения и благодарности. А вторая категория героев – это те, которые каждый день одевает форму, идет в следственный изолятор, в условиях этих запахов, в эту, будем говорить, отребье человеческое, общается с ними. Понимаете, и так 20-30 лет, понимаете? И потом он выходит, у него есть дети, внуки, ему надо переломить свое сознание, вернуться после рабочего дня в эту нормальную человеческую жизнь. И он остается человеком, не подвергается кардинальной профессиональной деформации, остается человеком, и там, в тюрьме, где он работает, и на воле, вот это герой, тоже герой. Или оперработник, опер, или следователь. Ни выходных, ни праздников, и днем, и ночью, и по 5 дней, и по 4 дня, не спамши, не емши, как говорится. И всю жизнь за ту зарплату, которую он может получить спокойно, эту же зарплату, охраняя какой-то зернопункт, условно говоря, да, и ничего не делая, понимаете, вот это вот герои. Для того, чтобы быть настоящим полицейским, нужно быть патриотом этой профессии. Действительно, настоящие герои – это те, кто проявляет мужество каждый день. И более того, считает невозможным поступать иначе. Сегодня в нашем обществе начинают все больше переосмысливать отношение к ежедневному непростому труду полицейских и сотрудников органов внутренних дел. А в средствах массовой информации все чаще появляются сообщения, материалы, рассказы о тех, казалось бы, простых парнях, которые в любую минуту готовы защитить и спасти. И которые в ответ на восхищение и слова благодарности спокойно отвечают: «Это просто наша работа». Еще один герой мирного времени приехал к нам из Талдыкургана. Из памятного для всех поселка Козылагаш. Участковый Байкен Тайшибеков во время трагедии прорыва плотины, когда весь поселок был окружен водой, он в это время спасал жизни людей. И он сегодня приехал к нам в студию. Встречаем. Я знаю, что вы до последнего, с первого момента трагедии, и до последнего были в поселке и спасали людей. Вы все время были в гуще событий и помогали людям как-то спастись от воды. Это правильно? Я ничего не переврала? Расскажите, пожалуйста. На своем административном участке и принимал участие в эвакуации людей, спасение человеческой жизни. Сколько вот вам лично удалось вытащить, вот, я не знаю, из-под воды, из-под развалов? Ну, я, честно говоря, не считал. В тот момент да, вы не задумывались? Да, да. Как смог, так и спасал. Где-то 60-70 человек. 60-70 да. Человек, друзья мои. Да. Я знаю, что вы даже, у вас были повреждены ноги, да, вы да, тяжело да. После этого заболели, да? Да, в тот момент я отморозил ноги свои, не чувствовал ноги свои. Вот, знаете, я не знаю, почему, вот, сержант, вы так скромно об этом рассказываете. Ведь вы на самом деле совершили действительно подвиг. Вы спасли 70 человеческих жизней. Почему вот вы так скромничаете? Ну, это наша работа. Спасибо.
А эта ситуация произошла в мае 2013 года в Астане. Стражи порядка спасли от смерти 16-летнюю школьницу. Она спрыгнула с моста по улице Сарайшык. Из воды ее вытащил старший сержант полиции Айбек Гапаров. Бұл оқиға 2013 жылы мамыр айының кезінде болған. Осы жерде бір жас қыз, мектеп жасындағы, толық аты жөні белгісіз маған. Өздерінің отбасылық жағдайына байланысты, отбасылық жағдайларына байланысты қыздың өмір сүргісі келмей, осы мынау Сығанақ көшесінің бойында орналасқан, мынау жоғары соттың қасында көпірде өз өзін суға тастайды. Біз сол күні менің басты міндетім қоғамдық тәртіп сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету болып табылады. Қасымда менің әріптесім болады, Беркінбек Сидуалиев деген жігіт. Ол жігіт көпірдің үстінде болады, мен көпірдің асы жағындамын. Содан мен судың жағасына жүгіріп келем, қарасам, сол жаңағы қыз суға батып бара жатыр екен. Су мен жағаның арасы 20-25 метрдей болатын. Енді Астананы өздеріңіз білесіздер, мамыр айында бұл себебі оңтүстік емес, солтүстік Қазақстан облысы, не дегенмен сәл салқындау болады. Содан мен суға секірдім, үстіңгі киімді шештім, суға секіріп, сол қызға жүзіп бардым. Ол кезде қыз ес түсінен танып жатқан кез болады. Содан өзінің қыздың киімінен ұстап, жаға қарай тарттым. Содан жағаға бір 5-6 метр қалған кезде қасындағы әріптесім ол жерден берді. Сөйтіп қызды жағаға шығардық. Сөйтіп 103 жедел жәрдемге хабарластық. Сол арада жедел жәрдем келіп, ол жедел жәрдем келем дегенше біз қызға алғашқы медициналық көмек көрсеттік. Содан ары қарай ауруханаға алып кетті. Өзінің алдындағы болашағына адам сенімен қарау керек. Артымызда өсіп келе жатқан жас ұрпақтарға айтатын ондай жолға бармауын тілеймін. Ночью 3 июля 2001 года в частный дом, расположенный в районе авиагородка города Актобе, проник неизвестный. Спящие хозяева испытали настоящий шок, когда их разбудил человек с пистолетом в руках и стал требовать деньги и драгоценности. Прихватив с собой всю наличность, преступник, угрожая оружием, заставил хозяина дома сесть за руль собственного автомобиля Audi и отвезти его в один из районов города. Как только машина отъехала, жена заложника незамедлительно позвонила в полицию. Сразу же был объявлен план-перехват, и уже через 10 минут машина была задержана дорожными полицейскими. После остановки данного транспортного средства мой напарник из Басад Дарибаев подошел к водителю для проверки документов. Было установлено, что данный водитель направлялся с района авиагородка по городу Актобе. То есть данные сведения совпадали с ориентировкой. Водителю было дано указание выйти из машины. Как только заложник покинул автомобиль, полицейские Алихан Тугультаев и Избасар Дайрабаев заблокировали все двери авто. При попытке проникнуть в салон транспортного средства данный гражданин оказался активное сопротивление сотруднику внутренних дел. При нем имелось огнестрельное и холодное оружие. В момент обезвреживания данный гражданин успел применить боевую гранату РГД-5. Когда прогремел взрыв, сам преступник успел выскочить из автомашины, но инспектор Дарьябаев не дал ему убежать. Осколок гранаты зацепил Алихана Тугультаева, но, несмотря на ранение, он помог своему напарнику задержать бандита, который находился в розыске за убийство, а в своем родном городе Аральске его разыскивали за ряд тяжких преступлений. Сотрудники полиции за проявленное мужество и героизм при задержании особо опасного преступника были награждены орденами Айбын 2 и 3 степени. Этот вопиющий случай потряс всех казахстанцев. Молодая женщина решила покончить с жизнью своей и своего 3-летнего малыша, которого она сбросила с крыши алматинской пятиэтажки. Потом шагнула вслед за ребенком. В 2011 году, в конце месяца октября, 5 часов вечера, поступила информация от Центрального оперативного управления, что во втором микрорайоне дома 10, а на крыше сидит женщина
с 3-летним ребенком хотят совершить суицид. Старший экипажа, старший лейтенант Серик Чапаров, незамедлительно поднялся на крышу. В этот момент не смог добраться до крыши. Крыша была заперта на замок и сверху была перекрыта камнями. И я пошел сзади дома вести диалог с женщиной. Когда вступали в диалог, женщина сидела молча, ничего не говорила. Жильцы тоже собрались с этого двора, хотели с ней лишь бы время потянуть до приезда скорой или ЧСников. Женщина, не слушав никого, с крыши потихоньку начала толкать ребенка. Но в этот момент ребенок знал или чувствовал, что падает вниз, не хотел опускать железку. Мать, зная, что ребенок не отпустит железку, пальцы начала выдергивать и потихоньку толкнула вниз. И в этот момент я подбежал, успел поймать ребенка. Я не считаю себя героем, но это наша работа. Лишь бы каким-то образом спасти жизнь человека. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Пелась когда-то в одной очень популярной песне. На самом деле, чаще всего мы просто не знаем, не замечаем, как день ото дня, час за часом, именно они, люди в погонах, полицейские, несут свою службу. Охраняя наш покой, защищая наше благополучие и спасая наши жизни. А бывает и так, что и помогая кому-то появиться на свет. А вот случай, о котором я сейчас хочу вам рассказать, наверняка мог бы послужить началом для какой-нибудь киноленты. Аман Назарбаев, сотрудник ДПС, находясь на дежурстве, чуть ли не принял роды. Встречаем. Расскажите нам, пожалуйста, это правда, что вы чуть во время одного из своих дежурств чуть не стали акушером? Во время несения службы на 27-28 ноября прошлого года, согласно расстановке, заступили на смену борт 14, это Алматы-Астана. Во время патрулирования заметили стоящую автомашину на обочине дороги. Подъехав с машины, данной автомашины вышел, пожилой человек просит помощи, что сноха вот уже начались роды, просит, чтобы хотя бы остановить машину, что довезли до роддома. И начали останавливаться с напарником, вот Ерик Молдагалиев, тоже старший на полиции. Во-вторых, остановили, просили помощи, что человеку помочь, вот роды. А кто-то с семьей издалека, и то основной поток шел на противоположную сторону, на северную. Потом решили с напарником везти сами. Посадили ее с мужем на заднее сиденье, и на большой скорости поторопились в роддом, поселок Утегин-Батыр, где наш Нурсулу родила нашего Нурсултана. Вы знаете, вот как у вас, я вас слушаю всех, да? Как у вас все очень просто. Один просто просто оказался на месте и поймал 3-летнего малыша. Другой просто потому, что был на работе, спас 60-70 человеческих жизней. Вот вы тоже, просто мы в это время были на дежурстве. Как вот это все у вас просто? К нам сегодня приехала мама того малыша, которому вы помогли появиться на свет. Встречаем Нурсулу Сагиева, сегодня гостя нашей студии. Здравствуйте. Посмотрите, какому джигиту помогли на свет появиться. За годы независимости в Казахстане 916 сотрудников органов внутренних дел были награждены государственными наградами. 94 из них посмертно. Но нельзя забывать и о тех, кто сейчас, сегодня, завтра стоит и будет стоять на защите наших с вами прав, свобод и интересов, нашей с вами жизни. О простых профессиональных героях, которые честно несут свою службу. Но героизм я делю на две категории. Первое – это героические подвиги, и второе – это ежедневный, повседневный, тяжелейший труд. Это тоже подвиг.